Осенью активность дачников постепенно сходит на нет, а вот у воров, напротив, начинается сезон. В этом году полицейские насчитали уже 17 краж. И это только те, по которым были заявления. Что выносят из домиков и как надежно защитить свою дачу от преступников? Ответы знает Юлия Белякова. Кто ночь не спит, тот не голодный. Это основная тактика дачных воров. Днем они присматриваются к имуществу, а в темное время суток за ним возвращаются. Крадут все, что можно унести. Ведра, посуду, металлическую изгородь, рельсы. Особо ценятся соленья и электроинструменты. Бензопилу, электропилу. Украли триммер, потом дрель, что-то еще там. Украли молоток на этой же, да? Молоток, и по молотку, значит, нашли вора. Галина Панфилова – учитель, гостеприимная, позитивная и бесстрашная женщина. На даче живет одна, причем круглый год. Буквально на днях кто-то выбил окно в спальне. Даже и после этого решетки ставить, конечно, не хочется. Хочется все-таки на даче отдыхать, а не строить какие-то заборы высокие. Но даже заборы, крепкие замки и решетки спасают не всегда. Ведь, как правило, вор к преступлению готовится заранее и на дело приходит с полным снаряжением для взлома. Лучше доверить безопасность профессионалам. Установить тревожную сигнализацию с подключением на пульт охраны вневедомственной. Также, если по каким-либо причинам не представляется возможным это сделать, то, опять же, собственнику рекомендуется вывести на зимний период ценные вещи, находящиеся на даче. Дачи круглогодично под присмотром сотрудников охранных агентств. Помогают и полицейские. Но в любом случае не нужно недооценивать и личную бдительность. Визит к своему домику никогда не будет лишним. Ведь даже если у вас на даче уже побывали незваные гости, то найти их будет проще по горячим следам. Юлия Белякова, Сергей Дорохов, телеканал «7».